Вход на Ломоносовскую ограничат на месяц. На станции будет проведена модернизация эскалатора. С сегодняшнего дня и до 27 февраля вход на станцию будет ограничен по будним дням с 8 до 9 утра. Представители метрополитена объяснили, почему для работ было выбрано самое загруженное время дня. Причина в состоянии эскалатора. Он отработал свой ресурс. Требуется замена ступеней, цепей, в общем, капитальный ремонт. И чтобы снизить нагрузку на второй эскалатор, работающий на спуск, закрывать один из входов в метро будут именно по утрам. Жителей просят отнестись к этому с пониманием и заранее планировать утренние маршруты.